this the title for Federer? Yes. It is! The long wait for his 18th major is over! That one thing is on this patch of red clay and the... Яннек Синнер. От юного таланта до первой ракетки. Яннек Синнер – имя, которое сегодня гремит на теннисных кортах. Но путь к вершине был непростым. История юного итальянца, который покорил мир тенниса, началась в горах, детство и ранние годы. Яннек родился в 2001 году в Сан-Кандидо, небольшом городке в итальянских Альпах. Его отец – австрийский лыжник, и мать – итальянская теннисистка – привили ему любовь к спорту. Яннек с ранних лет демонстрировал талант к теннису. Уже в 11 лет он начал участвовать в турнирах. Он был невероятно талантлив. У него была природная координация и сильная воля. Он всегда был готов упорно тренироваться, никогда не сдаваясь. Прорыв в юниорском теннисе. Яннек быстро продвигался по юниорской лестнице. В 2017 году он стал чемпионом юниорского турнира «Уимблдон», а в 2018 году чемпионом юниорского турнира «Открытый чемпионат США». Его игра была зрелой и мощной. Он поражал всех своей точностью и агрессивным стилем. Дебют в профессиональном теннисе. В 2019 году Яннек дебютировал в профессиональном теннисе. Его уверенность и талант были очевидны. Он быстро продвигался по рейтингу, побеждая опытных соперников. Переход из юниорского тенниса в профессиональный был непростым. Но я был готов к вызовам. Я знал, что у меня есть потенциал, и я был полон решимости доказать это. Прорыв в топ-10. Яннек с каждым турниром становился сильнее. В 2020 году он впервые вошел в топ-10 мирового рейтинга. Его уверенность в себе росла. Он не боялся играть против лучших теннисистов мира. Первая ракетка мира. Яннек не остановился на достигнутом. Он продолжал упорно тренироваться, совершенствуя свою игру. И, наконец, его мечта сбылась. В 2023 году он стал первой ракеткой мира, покорив вершину теннисного Олимпа. Вдохновение для молодых теннисистов. Яннек – вдохновение для всех молодых теннисистов. Он доказал, что с упорством и преданностью своей мечте можно достичь невозможного. Он показывает молодым спортсменам, что неважно, откуда ты родом, важно верить в себя и не опускать руки. Планы на будущее. Яннек не собирается останавливаться на достигнутом. У него большие планы на будущее. Он хочет победить на всех 4 турнирах Большого шлема, стать одним из величайших теннисистов всех времен. Заключение. Яннек Синнер – это не просто теннисист. Это история упорства, таланта и неукротимого духа. Это история о том, как мечты сбываются, если ты веришь в себя и не боишься бороться за них.